В Московской области стартовало профилактическое мероприятие «Автобус». Сроки проведения с 18 по 24 июля. Цель – профилактика снижения ДТП с участием общественного транспорта. Вместе с Люберецкой ГИБДД и Ространснадзором в рейд по проверке автобусов отправилась и наша съемочная группа. В принципе, все содержимое. Давай туда. Место рейда – разворотная площадка на Волковской улице. Автобусы Мострансавто, маршрутные такси частных перевозчиков. Территория полна. Сначала документы. Инспектор проверяет карту водителя, наличие тахографа, соблюдение режима труда и отдыха. В рамках профилактического мероприятия госинспекторами отделения технического надзора проверяются технические состояния транспортных средств, наличие тахографов, также прохождение автобусами технического осмотра. Потом внешний осмотр транспортного средства. Инспекторы проверяют состояние покрышек. Протектор должен иметь одинаковый рисунок, а шина не иметь повреждений. Затем водитель по команде включает световые приборы. Задний правогабарит не работает. Инспектор, пометьте. Водителя приглашают для оформления протокола. Инспектор накладывает штраф. За данное правонарушение у нас, за наличие технических неисправностей у нас предусмотрена ответственность водителя в размере 500 рублей. В дальнейшем привлекается должностное лицо, осуществляющее выпуск транспортного средства при наличии неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Вместе с ГИБДД в рейде участвуют сотрудники Ространснадзора. Служба обеспечивает контроль и надзор за соблюдением перевозчиками правил и законодательства в области перевозок пассажиров. В арсенале инспекторов свои меры воздействия на нарушителей. Это либо объявление предостережения о недопустимости нарушений тех или иных нормативных правовых актов, либо профвизит в организацию будет проведен с разъяснением требований и доведения информации до руководителей. Тем временем обнаружено еще одно нарушение. Водитель следует в машину инспектора. Его коллеги действия людей в погонах одобряют. Необходимо для того, чтобы мы все-таки возим пассажиров. Безопасность прежде всего. Я думаю, это необходимо в целях безопасности наших людей и чтобы репутация автоколонны. Обязательно нужно проверять техническое состояние. Я считаю, что это нужно делать, да. У нас всегда просмотр всегда есть. На базе тоже смотрят каждый день утром и как вечером. Осмотр всегда есть. Продолжительность рейда более часа. Проверены все автобусы, заехавшие на площадку. Профилактическое мероприятие «Автобус» продлится до 24 июля. За эту неделю проведутся профилактические мероприятия на всей территории обслуживания отдела ГИБДД. Это не только городской округ Люберцы, а также городской округ Лыткарино, Котельники и Дзержинский. Для оплаты штрафов водителям дается 60 дней. В отношении должностных лиц, которые выпустили автобусы на маршрут, будет проведено административное расследование. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.